На месте работают 219 человек и 86 единиц техники. Это пожарные, волонтеры и местные жители. Присоединилась к тушению и пожарная дружина. Сейчас площадь, которую прошел огонь, около 9 гектаров, и пламя постепенно отступает. Работа идет на 5 боевых участках, накануне их было 7. Жилые дома не пострадали. Ситуацию осложняет жаркая погода и труднодоступность местности. По факту пожара прокуратура области проводит проверку. В ведомстве намерены установить, как соблюдались правила пожарной безопасности в ближайших к очагу СНТ. А также будет дана оценка действий должностных лиц Павловского участкового лесничества. Кроме того, как сообщают в пресс-службе УМВД области, дознаватели Оренбурга возбудили уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений в Протопоповской роще. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. В настоящее время в районе садовых товариществ работает следственно-оперативная группа.